Очередной случай травли собак. На этот раз в Первомайском районе. Кому помешали бездомные животные? Запнулась, упала, гипс. Как жительница Барнаула стала жертвой недобросовестных строителей? Кто преступник, а кто сторонник закона, как в Барнауле отметили десятилетие сибирской мафии? В эфире наши новости, в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Итак, бездомные животные. На этот раз в Первомайском районе вновь кому-то помешали. Неизвестные отравили сразу несколько собак. Мучительная смерть одной из них попала в объективы камер видеонаблюдения. Хозяин дома, на котором установлена камера, обратился к нам в редакцию. На месте трагедии сегодня побывали и наши корреспонденты. Не должны так травить людей, конечно. Люди, точнее, собак. Неправильно это, я считаю. Павел Зайцев знает, о чем говорит. Именно он пытался спасти отравленного бродячего пса. Животное мужчина обнаружил вечером, когда собирался на прогулку со своим псом Ханом. Рассказывает, в пасти отравленной собаки была рыба. По совету ветеринара вместе с соседкой соленой водой он пытался промыть животному желудок. Я ветеринара вызвал, он сказал, что приедет. На второй раз ему уже через некоторое время, там, может, 30 минут, там, чуть больше 30 минут, позвонил. Он говорит, что я сейчас на Крупской, потом в Новоалтайск, а потом к вам. Ну, какая собака так выдержит столько времени? Ну, и тут она уже умерла, конечно. Отравленное животное спускалось с этой горы полтора часа. Оно петляло и шаталось. Очевидцы говорят, что нашли собаку на этом месте. Она пролежала здесь около 4 минут, потом ее нашли и пытались помочь. Кстати, Хана тоже когда-то спасли. Павел Зайцев подобрал его худого с перебитыми лапами в подъезде жилого дома в Новоалтайске. Тогда он даже отдаленно не напоминал породистого сибирского хаски. Теперь за каждым шагом Хана хозяин внимательно следит. Ведь в поселке отравили уже 3 собаки. Ну их вот 3 отравил. Одну нашли там на поляне, она сейчас там лежит. Даже. Там лежит? Там же лежит на снегу. Жаловались садоводы, что вытаптывают, бегают по грядкам там. Было такое. Ну, все равно, они уж года 3-4, наверное, тут живут. Ну, никто же не травил, но кто-то же вот напакостил. Павел Зайцев ночью того же дня написал заявление в полицию. За отравление бездомных животных грозит уголовная ответственность от 3 до 5 лет или штраф в размере более 100 тысяч рублей. Участковый поселка забрал мертвую собаку, пообещал похоронить. Местные жители переживают за судьбу еще одного бездомного пса. За ним сейчас присматривает сторож. Дарида Миллер, Андрей Печоркин. Наши новости. Многие думают, что бродячие собаки опасны. Именно они легко могут напасть на человека. Однако вопиющий случай произошел в минувшую субботу в Барнауле. Доберман, прогуливаясь с хозяйкой, неожиданно напал на мимо проходящего школьника и серьезно укусил ребенка ниже пояса. Мальчик сейчас в больнице. Владелица собаки помощь пострадавшему даже не оказала, а как после объяснила полицейским, растерялась. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители, будет назначена экспертиза. Предстоит разобраться и в другой истории, которая произошла с пожилой женщиной из Барнаула. В центре города она запнулась, упала и сломала руку. И теперь не знает, куда обращаться за помощью и где искать справедливость. В проблеме разбиралась Валентина Аскерова. Ну что это за халатность такая, а? Ну как это вот так относиться? Это я не первая, не последняя. Вот разбиться можно запросто человеку здесь. Ну это же ужас. Не могу. На прошлой неделе эта пожилая женщина споткнулась об эту деревяшку в центре города и упала. Удар был такой силы, что Галина Афанасьевна едва не потеряла сознание. Подняться помогли прохожие. В шоковом состоянии и с дикой болью в руке. Она доехала до дома, оттуда в травмпункт. Диагноз – перелом руки. Сейчас женщина на больничном. Месяца полтора точно, потому что он сказал гипс. 4 недели точно. И 2 недели – это на восстановление. На ЛФК, на физио. Минималка, пенсия. Я сейчас заплачу за ЖКХ, и я остаюсь на нуле. Мне жить не на что. Пенсионерка упала возле недостроенного здания по адресу проспект Ленина, 122Б. Согласно паспорту, возводить объект начали более 10 лет назад. Тогда застройщик в целях безопасности установил специальный пешеходный туннель, чтобы на людей не упал строительный мусор. Но стройка остановилась, туннель демонтировали. По просьбе пешеходов, уверяет директор компании, конструкцию полностью разобрали. Но основание кое-где осталось. Колышков там не может быть, потому что в асфальт там ничего не было забито. Они просто лежали, конструкция так сделана, что прикреплена была к забору. Поэтому все было отпилено, все убрано, все почищено и все выброшено. И могло там только, если что, быть какая-нибудь неровная наледь уже. Это могло быть. А то, что там колышки какие-то, это исключено.
Застройщик также пояснил, что изучит более подробно все детали происшествия, просмотрит видео с камер наблюдения и, если сочтет нужным, свяжется с пенсионеркой. Но юристы советуют в таких случаях не откладывать дело в долгий ящик, а действовать самим пострадавшим. Я бы также посоветовал пострадавшей обратиться в Государственную инспекцию Алтайского края для того, чтобы они приняли решение о возможном наказании, административном наказании строительной организации в связи с тем, что она не обеспечила безопасность проходивших мимо людей. Это может быть также использовано в суде в качестве основания для назначения сумм к выплат истице. Кстати, если вина строительной компании будет доказана, то ей грозит внушительный штраф – до миллиона, а вот размер компенсации пострадавшим в индивидуальном порядке устанавливает суд. Правда, займет это немало времени. Поэтому городские стройки лучше обходить стороной, даже если с виду эти объекты безопасные. Вроде бы по всем правилам оборудованная пешеходная зона возле строящегося объекта, но и здесь есть свои нюансы. Дыра, в которую можно так наступить, что травма будет гарантирована. А затем суды и звонки во все инстанции. Процедура может затянуться на долгие годы. Поэтому просто смотрите под ноги и будьте предельно осторожны. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости. Им нужно быть предельно активными, позитивными и любящими свою профессию. В крае продолжается региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года 2019». В проекте 24 педагога. 16 из них приехали из районов. Имя победителя назовут в ближайшую пятницу. А сегодня были открытые уроки. Танцует, занимается легкой атлетикой и прыгает с гор на альпийских канатах. Без всего этого Надежда Степановна не представляет своей жизни, как и без школы. Она учитель русского языка и литературы в районной школе. Помогает детям разобраться в тонкостях непростой прозы и поэзии. Возможно, здесь нужно обратить внимание на какие-то слова, на предложения, вот, которые бы помогли им оттолкнуться, понять, зрительно представить этот образ. То есть все идет от слова. Слово – это наше все. А вот Елена Фетченко тоже учит, но не на русском, а на немецком языке. Конкурс этого года в ее биографии уже второй. Как призналась Елена, ей постоянно приходится бороться за внимание детей. У нас в районе, в нашей школе есть материальное обеспечение и, скажем так, и кадры. И единственное, что нам не хватает, вот этой мотивации, потому как в основном сейчас английский язык является универсальным средством общения, интернациональным языком. И вот как бы не очень все хотят изучать немецкий язык. Я учу грамматику охотно. Немецкий язык на данный момент я считаю своим главным интересом. Мне очень нравится учить немецкий язык, но у меня все получается. Сегодня все конкурсанты провели открытые уроки. За работой учителей наблюдала комиссия. Имя лучшего педагога назовут в ближайшую пятницу. Победитель получит 300 тысяч рублей, путевку в санаторий и новый рабочий компьютер. А осенью этого года представит наш край на конкурсе уже всероссийского уровня в Москве. Однако сами педагоги уверены, каким бы ни был результат, главное – любовь и признание учеников. Анастасия Бертенева, Ирина Харитон, Алексей Фризин. Наши новости. А барнаульские журналисты уверены, главное не попасть в руки мафии. Хотя речь идет о вполне безобидной и даже, уверяют многие, полезной психологической игре. 10 лет назад именно в Барнауле появился первый за Уралом клуб поклонников мафии. В честь круглой даты его основатели провели игру для журналистов. Суть мафии довольно проста. Выяснить, кто из участников является преступником, а кто сторонником закона или простым гражданином. При этом у темных игроков есть право условно убивать персонажей, так что светлым дремать не приходится. Игра появилась в 1986 году. Ее придумал студент психологического факультета, советского, кстати. А 10 лет назад барнаулец Павел Сиков решил вывести игру на более высокий уровень, организовав специальный клуб, первый в Сибири, даже придумал новую сибирскую разновидность этой игры. В мафии есть два основных вида правил. Московский, это такие спортивные, это, знаете, есть питерский, где немножко иррациональности добавлено, там больше общения, ну и больше того, что как раз в жизни есть. Мы взяли питерские правила и немножко внесли в них больше психологизма. С тех пор по этим правилам сыграло больше 4000 человек. Артемий Панченко, редактор МК «Алтай», считает, мафия не столько игра, сколько психологический тренинг, в ходе которого можно многое узнать об окружающих тебя людях. Насколько они хорошо врут, насколько у них при этом там реагирует лицо, мимика, как они, какие слова они при этом используют. То есть можно потом в жизни, в реальной понять, лукавит человек или нет.
Выяснилось, отличить мафиози от честного гражданина не так уж и легко. Особенно почему-то достается положительным персонажам. По правилам участники выбирают, кто остается жить, кто условно умирает, выбывая из игры. Почему тот игрок так подозрительно молчит? Ему нечего сказать, или он просто что-то скрывает? А почему другой говорит, не замолкая? Участница Яника, решили игроки, слишком активно себя ведет. Наверняка, как истинный мафиози, пытается устранить конкурентов. Оказалось, ошиблись. Я вообще люблю поговорить, у меня всегда такая позиция, и почему-то мне все считают крайне. Видимо, мне надо просто чаще закрывать рот. По итогам игры дважды победу одержали темные силы, один раз светлые. Журналисты признали, даже такая игра требует в первую очередь практики, которая, возможно, пригодится и в обычной жизни. А тот, кто уже считает себя настоящим знатоком человеческих душ, может проявить себя в грандиозном турнире по мафии. Он пройдет в Барнауле в конце апреля. Илья Кочетков, Александр Антропов, «Наши новости». А мы продолжим. Одна из главных спортивных территорий края Заринск будет развиваться под новым руководством. Главой городского комитета по спорту назначен Андрей Чуб. В прошлом хоккеист-любитель. Он сменит на посту легендарного для моногорода Ивана Шурыгина, который поднял спорт Заринска и взрастил первых чемпионов края и страны. Чем сейчас занимаются жители города и почему увлеченных движением становится больше, узнавала Анастасия Драган. Выкручиваются лишь на тренировках. В остальном, в первом в крае муниципальном спортобъекте действует по наработанной схеме. За два десятилетия здесь создана мощная база подготовки по 7 направлениям. Самбо, волейбол, бокс, лыжи. По-модному говоря, популяризировал спорт с неравнодушным отношением все это время легенда Заринска, руководитель спорткомитета Иван Шурыгин. После его смерти эта миссия перешла Андрею Чубу. В последние годы он был правой рукой Шурыгина и продумывал вместе с ним спортивное развитие города. Сейчас вот будет строительство футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе «Юность». На том же стадионе мы делали площадки для сдачи нормативов всероссийского комплекса ГТО. Там тренажеры поставлены. В прошлом хоккеист-любитель, он уверяет, спортсмен Заринска на уровне Барнаула. Ведь чтобы попасть в спорт, уже нужен характер чемпиона. Например, в самбо. Огромный конкурс. А обучают воспитанников с полной отдачей. Так, для нескольких детей тренер специально ездит в село за 30 километров. Заринск создал мощную базу для биатлонистов. И дети, которые стоят на лыжах пару лет, уже привыкают побеждать. Они лучше кататься, и можно много призов получать. Из женской команды по волейболу формируют краевую сборную. А Ольга Лифанова, Екатерина Кунгурова, Александра Окорокова играют на уровне страны. Еще один игрок у нас Левина Нелли. Это игрок высшей лиги клуб «Воронеж». Является связующим игроком. Сейчас играет в чемпионате России. Это наши 4 замечательных выпускницы. Мы ими гордимся, и дети на них равняются. Ежегодно власти Заринска выделяют на спорт 25 миллионов рублей. Для развития всех направлений этого мало, и выручает бизнес. Это Прип Сергей Николаевич, депутат на сегодня, он уже краевого заксобрания. Это наши депутаты местные и руководители. Гуров Валерий Петрович, Подгратьев Константин Николаевич. В большей степени они делают дело. Закупают сами призы, подарки. И вместе организовываем и проводим. Заринская лыжня здоровья и летний велодрагрейсинг проводят при поддержке Константина Панкратьева. Он же помог приобрести помещение под спортклуб «Крепость» для армейского рукопашного боя. Сергей Прип оборудовал стадион «Радуга», где ежегодно проводит детские соревнования, и помог подвести электричество на новую лыжную базу города. Валерий Гуров курирует волейбол Заринска. А это значит, помогает им доказывать статус сильнейших выездом на соревнования. Это лишь самые крупные бизнесмены Заринска. За ними еще десятки предпринимателей, заинтересованных в развитии города. И речь не только о здоровье его жителей. Вот у нас недалеко городок, зато сибирский есть. Ракетная часть стоит. Там есть отдельный батальон разведки. Я хочу сказать, что половина батальона разведки – это наши воспитанники. Там служат. Они служат и выступают в различных спортивных мероприятиях. То есть, ну, вот так вот. Строите судьбы мальчишек? Ну, помогаю. Я не строю, они сами выбирают свою жизнь, а я только помогаю.
Поэтому в ближайшие годы спорткомитет города планирует возводить новые объекты. Так, вместе с футбольным полем появятся беговые дорожки и секторы по прыжкам в длину и толканию ядра. Как следствие, футбольная команда и сборная по легкой атлетике. А следующим крупным объектом будет лыжероллерная трасса для летних занятий. Сейчас в секциях Заринска занимается несколько тысяч детей. Желающих намного больше. Анастасия Дороган, Алексей Фридин. Наши новости. Прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза — компания «Эвалар». Замените свой обычный чай на чай «Эвалар Био» из целебных трав Алтая. В чаях «Эвалар Био» вся природная сила Алтая для вашего здоровья. Спрашивайте в аптеках. В крае сохраняются минусовые температуры. Холоднее всего в Кулунде и Славгороде. Там минус 6, на градус теплее в Рубцовске и Каминаби. В Барнауле возможен снег ночью до минус 10, днем до 4 морозом. Если у вас есть интересные темы для наших сюжетов, звоните по номеру редакции 722-440. А у меня на этом все новости. До встречи.